Большой виниловый привет, уважаемые друзья, любители винила. Сегодня немножко поменял локацию, решил отсюда записать. Друзья, сегодня хочу показать хорошие пластиночки. Ну, в общем-то, в общем и целом, в состоянии практически идеальном, в состоянии неоминт минус. То есть они не дотянули до неоминта, потому что на них небольшие такие волосяные царапочки кое-где я увидел, и поэтому поставил неоминт минус. И продолжая разговор про то, что какие оригиналы бывают дешевле, чем новоделы, это вот как раз вот. Вот, да, бывает так, а бывает точнее наоборот. Бывает, что новодел, конечно же, дешевле, чем оригинал. Это вот, вот один из случаев. Это Pink Floyd «Стена». Данный ремастеринг – это 16-й год, европейское издание. Я его потыкал иголочкой, послушал. У меня, конечно же, оригинал есть. На кой мне этот новодел? Оригиналов море, всегда можно купить. Но вот новодел тоже записан, оказывается, неплохо. Что еще сказать? Значит, здесь стикер. Первая сторона – это, первая LP – это неоминт, а вторая LP – неоминт минус несколько поверхностных царапок. Вот что я написал. Вот он как выглядит. Ну, все прекрасно знают, как он выглядит, да. Но на всякий случай. Здесь наклейка, наклеечка. Внутренние оригинальные, сейчас покажу. Вот они вот такие. Внутри обе пластинки в новых пакетиках антистатистических. Ну, в общем и целом, вы знаете, хоть я и не люблю новоделы, но ничего, нормально, записан нормально. Я, честно сказать, не сравнивал его со своим оригиналом. Но нормально, достойно записан. По цене новоделов вообще, конечно, мне думается, что гораздо больше будет в продаже, чем оригиналов. Наверное, раза в три, наверное, больше их будет. Ну, разных, разных, потому что они выпускались, перевыпускались очень в разные года. Ну, как я сказал, вот это, по-моему, 16-й год. Я точнее укажу в лоте. Я посмотрел где-то, друзья, у него цена начинается что-то такое там от 3,5, что ли, тысяч. Состояние не смотрел. Но можно купить и за десяточку, кому интересно. Наверное, это какой-то запечатанный будет. Ну, в общем, я так скажу, что, ну, 1000-3,5, вот он всякое этот двойничок стоит. Даже новодельный. А вот оригинал был бы, конечно, в этом случае значительно дороже. Так, далее. Рик Уэйкман. Рик Уэйкман. Клавишник-виртуоз из группы Yes. Сейчас я покажу. Вот так. Это оригинал. Оригинал американский пресс. Какой год-то, я не помню, друзья, 74-й, что ли. Так, здесь должен быть вот такой вот буклетик красивый, вот, многостраничный. Есть он, буклетик присутствует. Должен быть внутренний оригинал, вот такой, у данного издания, вот такой внутренний оригинал. И сама пластиночка, вот она в отдельном пакетике новом. Хороший прок от Рика Уэйкмана. Что сказать по цене, у меня уже был много раз, да это распространенная на самом деле пластинка, был он у меня много раз. По цене, даже в идеальном состоянии, я считаю, что он должен быть, ну, 1500, не больше. Ага.
Вот такой альбом, тоже прок. Тоже прок. Это Джастин Ховард и Джон Лондж. Это два перца из группы Moody Blues. Альбом, сейчас покажу, альбом 75-го, по-моему, года. Как раз у, или 74-го, или 75-го, у Moody Blues как раз был перерыв в творчестве. И вот они решили выпустить такую пластиночку. Тоже попадается довольно часто. Вот такой разворот должен быть внутри. Он есть. И это оригинал. Английский оригинал. Вот так выглядит пятачок. Был у меня тоже не один раз. По цене, ну, наверное, как Рик Уэйкман, до 1500 рублей. Так, теперь двойник Эннио Морриконе. Уже такой, не один раз показывал. Это лучшее. Две пластинки. 80-й год. Пресс голландский. Стоимость, как была и раньше, 1800 рублей за этот двойник. Сколько выставлял, забирали сразу и спрашивали еще. Вот спрашивали, выставляю еще раз. То-то, седьмой. Вот с таким незамысловатым названием. Седьмой. Так, это 88-й год. Ну, что представлять? То-то, группа известная, это рок-группа. Пресс голландский, вот, пожалуйста, голландский пресс, вот, внутренний, оригинальный. Тоже попадается довольно часто, стоит, ну, что-то около 1300 рублей в идеальном состоянии. Может, чуть дороже, я не смотрел, их на мешке будет наверняка очень большое количество. Можете там сравнить, выбрать и так далее. А вот следующий, то-то. Вот, это то, что они напели до 90-го года. Вот с 77-го по 90-й. От прошлого к настоящему. Так, что хочу сказать про этот пресс. Ну, во-первых, он не самый частый, хотя он и попадается. Данный пресс однозначно, друзья мои, стоит денег. Потому что я его неоднократно встречал в Европе, и там за любое состояние, даже в руки его, так сказать, не брал, за него уже просят от 15 евро, то есть за любое состояние. И это состояние идеальное. Я посмотрел на мешке. На мешке они есть. Цена, по-моему, начинается от 2700. И дальше я уже не спускался, потому что понял, о чем речь. Так, что хочу сказать. Друзья, значит так, было два таких выпуска голландских. Голландских точно было два. Сейчас я достану пластинку аккуратненько. Так, о, здесь какая-то вкладочка вот от CBS лежит, выпала. Вот смотрите, смотрим на пятачок. Вот здесь, возле единицы, ну, так же, как и на второй стороне, нет звездочки. Были со звездочкой, вот тут должна стоять звездочка перед цифрой 1, и были без звездочки. Чем они отличаются? И это, так сказать, первое издание 90-го года. Допустили ошибку. Ошибку допустили какую? Две, точнее, ошибки. Во-первых, вот последняя композиция на последней стороне, они написали на пятаке «Animals», название композиции, а на самом деле она называется «Animal», вот здесь правильно, на пятаке неправильно. Далее, здесь на конверте указали, вот пятая композиция на второй стороне, 99 она называется, указали, что она 88-го года. На самом деле она с альбома «Гидра» и год
не 88, а 79. Они увидели эту ошибку после того, как выпустили именно этот пресс, и исправили ее. Исправили и поставили там звездочку на пятаке возле цифры 1 и возле цифры 2. Вот такая. А вот здесь, вот с этими ошибками, вот такой вот пресс. Кстати, здесь не только то, что они напели, здесь еще есть 4 абсолютно новых композиции, которые ранее не были ни на одном из их альбомов. Стоимость такой пластинки, ну, как я сказал, не менее 2500 рублей точно. Потому что начинается цена на мешке от 2700 за не знаю за какое состояние. Это идеальное состояние, практически идеальное состояние, не минус. Ну, значит, она и будет так, где-то 2500-2700. Так, опять Каома. Опять Каома со своей ламбадой. Вот голландский пресс, 89-й год, оригинальный внутренний. Друзья мои, Неоминт минус будет стоить, ну, что-то около 1500 рублей. Demis Roussos Greatest Hits уже показывал не один раз. Все их позабирали, которые я показывал. Это голландский пресс. Какого года? Уже не, я уже говорил, но сейчас не помню. Надо будет посмотреть. Там, может, конец 70-х, может, 80-й какой-нибудь. Стоимость состояния неамин 1200 рублей. Earth, Wind and Fire, 82-й год, их альбом Power Light тоже уже показывал. Вот у них оригинальный внутренний, голландский пресс. Стоимость такой пластинки 1100 рублей. Опять Carreras, Domingo, Pavarotti и примкнувший к ним Zubinmeta. Мета. Так, оригинальная вкладочка. Вот показываю, вкладочка должна быть оригинальная, обязательно. И это 90-й год. Пластинка сделана на Декке в Голландии. Стоимость пластинки будет 1100 рублей. Ну и то, потому что минус. Я вот не о Минте выставлял. Поставил 1250, по-моему. А это будет, ну, на 100 рублей дешевле, потому что не минт минус. Хотя играть, скорее всего, они будут одинаково. Арт Гарфанкель. Его альбом 81 года, сольный. Один из дуэта Саймона Гарфанкель. Оригинальный внутренний. Голландский пресс. Поп-рок, естественно. Стоимость данной пластиночки, я думаю, не будет велика, около 700 рублей. А вот этот Хулио Иглесиас, я тоже уже показывал такой, 87-й год его альбом, оригинальный внутренний, хороший альбом. Недавно был у меня, его забрали. Этот будет, ну, что-то около, там, ну, чуть меньше 1000 рублей, так скажем, чуть меньше тысячи. Чи Колтрейн тоже показывал, американская певица, и это ее альбом 81 года, стиль европоп, поп-рок. Хорошая певица, но у нас не очень популярная, и из-за этого пластинки ее совсем недорогие. У меня в лотах они тоже есть. Ссылку на все пластинки оставлю внизу. Это будет стоить, ну, наверное, рублей 750, может, 800. Al Jarreau со своим альбомом «Glow». Это 78-й, что ли, год, вот на репризе, немецкое издание. Это второй по счету его альбом. Это, друзья мои, современный джаз, смуз-джаз, джаз-фанк, соул-джаз. Вот такой вот стиль. Я уже рассказывал про Al Jarreau. Стоимость такой пластинки 1100 рублей. Мезофорте, опять исландцы, ребятки, тоже такой джаз-фанк,
такой джаз-дэнс. Какой-то по счету, говорить, чтобы не соврать, не буду. Что еще сказать? Это пресс, друзья мои, скорее всего, сделан в Англии, но для Скандинавии. Вот так скажу. Стоимость такой пластинки в таком состоянии 1100 рублей. Level 42 показывал на днях, английская джаз-фанк. Иногда они и в New Wave так ударялись, синти-поп. Ну, вот этот, это, кстати, их альбомчик такой синти-поповый, поп-роковый. В принципе, недорогая пластинка. Я думаю, рублей 700, может быть, стоит, но не больше. Даже в таком вот в состоянии не минус. Пресс финский. Друзья, вот все, что я хотел вам сегодня показать. Спасибо большое за просмотр. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, если есть у вас такая возможность. Все будет хорошо. Берегите себя. Пока-пока.